Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор вот такой вот замечательной посылочки ивановского трикотажа из магазина Тикитекс. Я сейчас распакую все за кадром, чтобы не шуршать, и будем с вами смотреть. Кстати, в чем преимущество заказов Тикитекс? У них нет минимальной суммы заказа, и хоть от 30 рублей вы можете что-то заказать, и нет предоплаты, то есть вы платите уже по факту. Так, первое, что с вами посмотрим, сказала, колготки вот такие вот дочери в школу. Они у нас получаются такого кремового цвета, ростовка 140-146, 74 хлопок, 24 ПА и 2% эластан. Я вам все ссылочки на каждый товар оставлю. Пройдете, посмотрите. Мелочь пока без примерки, а я вам обязательно все померю, что купила себе, потому что она у меня сейчас на мой. Так. Ну, колготочки хорошие. Кстати, брала вот этой марки уже колготки, они довольно-таки неплохие. Бюджетные и неплохие. Да, они такого кремового цвета. И они действительно, слушайте, 146 еще с запасом. Прям такие плотненькие. Сзади две полоски, спереди одна. И такой у них вот рисуночек в ромбик. Классные колготки. Супер. На такую же прохладную погоду. Так, дальше. Что это? Это у меня шорты женские. Кулирка 58 размер. Заказала себе гонять по дому. Вот они как выглядят. Сейчас с вами откроем. Посмотрим. Даже пижам много, маек много, а вот шорт нет. Ой, хорошо, что 58. Прям такие, смотрите. Это по дому. Бегать, спать, потому что сейчас жарко, очень удобно. Достаточно тонкая такая ткань. Какая у нас ткань с вами? Так. А, кулирка. Я очень люблю, кстати, кулирку. И ночнушки, и туники, и шортики. Они такие, знаете, как воздушные. Легенькие. Прям невесомые. Без карманчиков, без ничего. Просто вот такие вот шортики. Прям замечательно. Так, дальше. Дальше заказала простынь на матрасник на резинке для дочери в размере 120 на 200 на 20. Вот такая вот она светло-розовая. Трикотажная. Мне очень нравится именно трикотажный и именно на резинке. И вот ей под розовый комплектик как раз вот супер. Даже до этого я заказывала размер 90 на 200, и как-то вот все равно маловато. Она натягивается, но прям в натяг. Поэтому на этот раз решила взять побольше. Чтобы хлопок у нас еще дает усадку при стирке, да, и вот размер 90 на 200, он как-то усел, и еле-еле я потом уже в итоге натягиваю. Текст дизайн марка. И вот такая вот классная, обычная трикотажная простынь. Светло-розовая. Резинка здесь по всему периметру, чтобы вы понимали. Ой, прям вообще большая-большая. Классно. Вот как раз после стирки будет самое оно. Стирать у нас можно при 30 градусах в машинке. Да, можно. Усадка после стирки 5%. Просто кто-то у меня в комментариях недавно спрашивал, хлопковое белье насколько садится. Вот да, где-то 5%. Все, в принципе, верно. Вот такая вот классная простынь. Так, поехали дальше. Дальше это что у меня? Так, это футболка детская. Взяла сейчас гонять, потому что у нас вроде лето в этом году. Действительно лето. Я думаю, что и в сентябре оно будет еще лето. Я надеюсь, по крайней мере. Цвет серый, 100% хлопок, 140 размер взяла. Потому что всегда беру дочери 140, хотя у нее где-то 130 сейчас. Может, уже 130 с чем-то за лето подросла. Но опять же, хлопок дает усадку, чтобы было свободненько и хорошо. И бывает, что некоторые модельки маломерят. Поэтому надо смотреть. Футболка очень милая, с кисками. Потому что, ну, она нет, она достаточно большая. Я бы не сказала, что она маломерка. Это 38 размер. Это, смотрите, у нас Натали производство. Называется питомец. Вот такая вот футболочка. Все подшито, а горловина обработана вот так. Она пристрочена. Ну, здорово. По улице гонять вообще такая средней плотности. Красивая футболочка. Дальше заказала футболку в размере 40 тоже. Вот тоже Натали, смотрите. Тоже 100% хлопок, размер 40, да? Размер 40, да, уже. Хотя там было написано 38. А, это 146, да, у меня. Я взяла на вырост в школу, на физкультуру. Вот я сначала сделала заказ, а потом нам написали в школьном чате, что у нас в этом году будут не белые, а красные футболки. Ну, что поделать. В белый будем ходить так. Я думаю, они похожи качественно. Раз это у нас один производитель. Все с бирочками. Так здорово, смотрите. Вот тоже Натали. Вот обычная белая футболочка. Вот кому на физкультуру деткам надо, имейте в виду, что вот самые бюджетные варианты Тикитекс, ивановский трикотаж, ну вообще
Так, следующая позиция – это лонгслив. Это я заказала себе. Мне очень понравилось, как он смотрится на сайте. Выбор, кстати, огромный лонгсливов, а я их очень люблю. Кто знает, что это такое, сейчас поймете. Я все померяю. В размере 54, правда, он был самый большой размер 54. Я взяла 56, потому что он должен немножко свободно смотреться. Голубой меланж называется. Коллекция любимая. 60 хлопок, 40 полиэстер. Вот так выглядит в упаковке. Цвет очень такой красивый. Он даже камера его делает насыщеннее. Он немножко такой более приглушенный в жизни. Это уже на такую прохладную погоду. Не, ну сейчас тоже вечером. Сейчас покажу вам. Я буду вам ставочки делать еще с сайта, чтобы вы понимали, как это выглядит. Так, это у нас Шарлиз. 54 размер. Вот так выглядит. Она очень красиво смотрелась. Это такая кофточка внизу с резиночкой. Рукавчик коротенький. Я на холодную погоду сказала. Рукавчик коротенький и цельнокройный. И она носится вот так вот, вот одно плечико. Вот так она красиво будет смотреться. Я вам все померю, покажу. Вот такая красота. Так, очень люблю такие модельки, особенно когда вот широкие вырезы, можно вот так вот на одно плечико, вообще здорово. Так, следующая позиция. Костюм детский. Заказала Ксюше. Так, размер 40 у меня, значит, ростовка 146 тоже. Пусть лучше с запасом будет 100% хлопок. Так, цвет белый. 100% хлопок. Низ 95 хлопок, 5 лайкра. Сейчас откроем. Так, это у нас белая футболка тоже. Я вот набрала на физкультуру, да? Поняли меня, да? Но зато брючки точно пригодятся. И брючки им нужны черные. Брючки либо лосины. Я, кстати, не знаю, можно лосины или нет, потому что у нас есть черный лосин. Вот такие вот брючки с кармашками. И внизу на резиночке. Слушайте, классно. У нас в том году какие-то толстые были. Она все время у них потела, теплая. А эти достаточно такие тонкие. Вот даже немножко светят. Классно, здорово. И на вырост. Вот 146, в принципе, чуть-чуть будут великоваты. Ну ладно, лучше чуть великоваты. Дети, они растут очень быстро. Вот такой вот костюмчик спортивный. Очень, кстати, бюджетно стоил. Накладную пока не вижу, девчонки. Если я ее откопаю, я вам покажу. Если нет, то все ссылки будут под видео. Пройдете, посмотрите, сколько что стоит. Так, теперь джемпер, толстовка у меня. Так, джемпер, толстовка. Хлопок 100%, розовенький вот такой, 52 размер написано, да? Слушайте, я там, по-моему, дочери заказывала. Я уже забыла. Хотя заказ шел один день, да? Нет, это мое, да. Это джемпер, да, почему взяла в 52 размере, кстати, правильно, что взяла, он точно мне не будет мал. С длинным рукавом. Это такая тонкая кофточка, которую, в принципе, можно одеть под легкую куртку, под джинсовку, там, под кожаную, да? Очень приятно. Слушайте, так на кулирку похож по ощущениям. Даже не на кулирку, а на вискозу похож. 52 размер, девчонки, смотрите. Вообще класс. Как хорошо, что я не взяла больше. Она же тянется, это, знаете, такой материал. Я вам покажу. И вот такая совушка. И длина классная, к низу получается расклешенная, рукав длинный. То есть это уже вот на прохладную погоду. Очень красивая кофточка. Так, дальше. Дальше у меня здесь что? Колготки 140, но уже вот такие вот темно-синие. Они абсолютно такие же, я не буду распечатывать. Только темно-синие, тоже в клеточку. Под школьную форму, под сарафан, под платьишко. То же самое. Так, следующая позиция. В 58 размере толстовка, камуфляж, мужская. Это для папы. Мне понравилась расцветка, и она совсем, девчонки, бюджетно была. Хотя она на флисе. Небольшом таком. Она утепленная уже тоже на холодную погоду. Это у нас, смотрите, Берчелли. Я взяла в 58-м, тоже пусть лучше будет побольше. Низ резиночка, рукава с резинкой. Слушайте, классная. Я бы сама такую таскала. Классная. И утепленная, супер. Тоже померяем, вам покажу. Так, дальше. Брюки себе взяла в размере 56. Это такие летние брюки. Красивые такой расцветочки. У меня есть похожая футболка. Только она, наоборот, светлая и с черными надписями. Но это будет слишком оляписто, конечно. Такие брюки надо с чем-то однотонным носить. Так, 56 размер. Брюки цвет черный. Трикотаж Натали. Сейчас посмотрим. У меня как раз черная толстовка есть. Вот гулять. Очень прекрасно. Натали, да, смотрите, производитель. Такие они легенькие, слушайте, они летние, они такие тоненькие, классные. Резинка, кармашки, и внизу у нас тоже резинка. Но она вшита,
не пристроченная, да, такая шита. Симпатичный. Они хоть и так вот аляписто выглядят, но мне понравилось, как они смотрятся на сайте на модели. Они должны стройнить. Так, и последнее, наверное, что покажу, девчонки, это у нас тоже брюки. Ксюши, 146 размер. Я взяла утепленный цвет розовый. Это уже осенью под куртку можно носить. Значит, 74 хлопок, 20 полиэстер, 6 лайка. 146 размер тоже на вырост. Очень красиво, мне так понравились. Но, слушайте, не, они не утепленные уже. Не... Но с колготками под куртку, в принципе, да, гулять. Вот у них будет очень удобно. Вверху резинка. Сделана, кстати, очень качественно. Вот прям по качеству. Прям, знаете, люкс. Кармашки прострочены все идеально. Смотрите, какая сзади строчка. Прям вот идеально, я бы сказала. На веревочке резинка прострочена. И внизу у нас резинка вставлена. Она не... Не, но она пристрочена все равно. На низ, вот тут она пристрочена. Такие брюки вообще классные. Вот. Это 146 у нас на вырост. Да, тоже такие кармашки. Большие, кстати, кармашки. Довольно-таки классные брючки. Так, ну все, вроде давайте приступать теперь к примерке. Первый лот — это у нас шорты, кстати, вообще такие свободные. Я не пожалела, что взяла такие большие. Прям красота по дому щеголять. Сейчас я вам покажу. Вот так. Вот они. Прям свободненькие. Вообще красота. Супер. Маечку одел и щеголяю. Они, девчонки, очень легкие. Прям очень легкие. Самые то на жару. Такие приятные к телу. Кулирка. Люблю. Брючки вообще мега классные. Так, я вас сейчас еще опущу, потом буду. Карманы большие тоже. Смотрится обалденно. Вообще, мне очень нравится. И они тоже комфортные. Сейчас мы их снова зелененькой розовой кофтой померяем. Слушай, ну кофта вообще огонь. Как я люблю такие вырезы. Бретельки спрятала. Сюда прозрачный, конечно, нужны, либо без бретелек. Потрясающий рукав. Длинный той, который нужно. Если мы на одно плечо с вами так вот немножко подтянем. Да? Смотрите, как классно смотрится. И цвет такой. Под загорелое тело вообще супер. Она, конечно, должна быть немножко посвободнее вот в этом месте. И над резиночкой вот так спускаться. Ну, я думаю, она в процессе носки подрастянется. И мы же с вами вместе худеем, поэтому самое оно. Потому что кофта очень классная вообще. Она такая тоненькая, тоже приятная. И с этими штанишками. Сейчас я вам покажу, как она смотрится. Очень здорово. Даже с вот этими вот штанишками вообще прям красота. Вот как я сегодня пойду гулять. Вот кофточка с совушками. Здесь, кстати, тоже очень хороший вырез, комфортный. Не под горло, ничего. Она такая вот, знаете, стретч в обтяжечку. Просто под брючки, подо что-то или даже так. Да? Очень симпатичный. Причем рисунок набивной. Кто любит совушек? Просто у меня соседка очень любит совушек. Она такую кофту, если бы увидела. Надо, кстати, ей на водку дать на сайт. Вот такая вот кофточка. Легенькая, достаточно. Она толстовка мужская. Кстати, вообще ничтяк. На 52 размер, 58 сел очень хорошо. Ну классно, классно. Такая тепленькая. Вообще супер. Нравится? Нравится, нравится. Ты моя красавица. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой заказик у нас получился. Жалко, конечно, что мелкая вам не померила свои наряды, но она не скоро приедет. Все ссылочки на сайт оставляю под видео и на те продукты тоже, которые будут в наличии на момент заказа, на момент выхода видео, да, я вам тоже обязательно оставлю. Я вообще довольна очень, особенно вот этим вот образом. Прям кофточка, вот это супер, девчонки, кто любит такие же вырезы. Смотрите, какая прелесть. Мне кажется, это так женственно, не знаю. Я прям довольна. Вот такую кофточку еще я бы себе взяла прям на два размера побольше, потому что, ну, вы знаете меня, я люблю, когда оверсайз, она это очень достойненько, хорошо смотрится, как бы все замечательно, но когда она посвободней, будет вообще супер. А сразу говорю свои параметры и размер. Размер у меня 52, и верх, и низ. Параметры сейчас где-то, я давно не замерялась, наверное, уже 111, 87, 100...
11, вот так где-то, и размер 52. Поэтому смотрите сами, я всегда в ивановском трикотаже беру больше на два размера, иногда на три, допустим, вот если это домашняя надежда, то, конечно, на три, потому что хочется дома себя чувствовать комфортно, чтобы было удобно, да, вот этот размер 54, да, то есть это почти мой, но я люблю все равно посвободнее, но кофта восторг, просто дикий восторг, красота. Пишите, что вам понравилось больше всего, ссылки все в инфобоксе, всех люблю, целую, всем пока-пока.